Здравствуйте, друзья! Время отложить в сторону прогнозы, бумаги, расклады и выключить интернет. Начинается, собственно, игра. И мы будем ее смотреть вместе с вами, смотреть и комментировать для вас. Я Василий Юбкин, мой коллега Василий Соловьев. Добрый вечер! И поверьте, мы волнуемся не меньше вашего, потому что этот матч наверняка тронет нас за живое. Кажется, игроки, как и я, ощущают всю важность того, что будет происходить сегодня на поле. Завоевание кубка, путь к кубку – огромная задача и огромное достижение. А самое интересное, мне кажется, что я даже знаю, что за команда выиграет этот кубок, но все карты сейчас раскрывать не буду. Значит, о, какой ужас, гол в свои ворота, да. Эту ошибку стоит детально проанализировать. Смотрим повтор. Свои ворота. Да нет, ну понятно, что он не нарочно, но кому от этого легче? Куда угодно нужно было вывести этот мяч. Что ж, если у команды есть наигранные комбинации, то угловой очень опасен, тем более на первых минутах. Перехват. Роскошный пас. Вы посмотрите, как он играет. Игрок забивает гол! Здесь уже такое выгодное положение не занимай. Вратарю бы это не помогло. Оборона прорвана. Отличная игра с обеих сторон. Гол! Судя по счету на табло, мы видим примерно равный матч. Хотя, конечно, этот гол далеко не решающий. Неплох. Очень нужный гол. Гол, и счет становится 2-1. Первый тайм завершился с небольшим перевесом, так что соперник еще слишком близко. Ну что ж, команда времени зря не тратит. Быстро и решительно проведена контратака. Отличный удар. Нужно собраться. Нападающим вырастают ворота. Ну куда здесь промахиваться? И команда начинает уходить в уверенный отрыв. Интересно, а чего он хотел добиться? И с угла вратарской сейчас будет произведен удар от ворот. Георгиев. Отличная комбинация. Мяч у защитника. Реальное преимущество полностью на стороне атакующих. Мне кажется, можно было и получше пробить. Да, у атакующего есть масса вариантов. Вот зачем футболисту голова. Хороший пас. Игроки перебрасываются мячом. Без риска защитник убивает мяч из штрафной площадки. Атакующие решили давить числом. Многообещающая ситуация. Блистательный гол. После первой половины матча можно констатировать, что отстающая команда не намерена сдаваться. Сократили отрыв до гола. И разрыв в счете сократился до одного пункта. Сдержали атаку.
Он попытался отнять мяч, однако сыграл слишком медленно. Наверное, сейчас будет гол. Защитник разряжает обстановку. Хорошая длинная передача. Прекрасный шанс забить гол. Хорошая передача на половину соперников. Вот он, настоящий гол, красавец. Прекрасная, замечательная игра. Вот таким и должен быть настоящий футбол. В обе стороны забили одинаковое число голов. На поле совершенно равная игра. Главное не заигрывать в этой ситуации. Воронин. Удар в расчете на то, что вратарь потерял бдительность. Да, пожадничал игрок. Атака вполне еще могла развиваться и комбинационно. Да, такой удар никуда не годится. Ну, еще немного. Дожать. Ух, какой блестящий сейф. Вратарь хорошо выбрал позицию. Тяжело в учении, легко в бою. Так говорится, вратарь этой команды на тренировках не бездельничает. Мяч взят превосходно. Хорошая школа. Очень классный пас. Теперь должна последовать передача. Он блокирован. Мяч уходит. Сейчас будут пробивать угловой. Можно навешивать. Невероятно! Что он не думает останавливаться на втором голе. На таком пике физической формы глупо не попытаться забить еще. Отличный гол. Уже второй для него сегодня. Отличная реакция и скорость игры. Мяч убивается за пределы поля, но атака будет продолжена. Хороший навес. Очень хорошо. Игра в пас. Слаженная игра. Подстраховка сработала. И с такого мелочного продолжения выдать кушу. Мяч потерян. Опасно. Очень качественный пас. Счет на момент перерыва 4-3. Что же приготовили для нас команды во втором тайме? Сейчас мы это узнаем. Все силы брошены на отражение этой атаки. А на Украине говорят «чудовый пас». Этот парень легко пройдет любого защитника. Держит мяч защитники. Защитник отправляет мяч подальше. Кураны. Это должен быть гол. Даю совет. Если вы хотите обмануть самого профессионального вратаря, бейте в нижний угол ворот. Взять такой мяч невозможно. Ну или практически невозможно. Равная, красивая игра. Нужно быть очень внимательным. Любая ошибка может оказаться решающей. Я бы назвал удар амбициозным. Мяч был почти в воротах. Великолепный удар головой. Дальний удар. Удастся ли поразить цель? Я думаю, для вас очевидно, что голкипер смог взять этот мяч благодаря удачной позиции в воротах. Умница! Судья сигнализирует об офсайде. Судья четко выдает флажок об офсайде, хотя очевидно, что команда наиграла это положение. Отлично играет головой. Что они предпримут теперь?
Надо забивать. Родер в кошачьем прыжке ловит мяч. Голкипер сегодня, ну, просто монстр. И реакция, и грамотное расположение в воротах, и хватка какая! Хорошая схватка. Мяч в игре. Резкий пас. Прекрасный отбор, хорошая техника. Давай же! Как легко отобрал мяч у нападающего. Кураны. Вся команда в атаке. И сейчас вратарь произведет удар от ворот. Отлично! Бьет на удар. Блистательный удар! Очень важно обеспечить себе преимущество, пусть даже и минимальное. Интересно, сможет ли команда удержать его, ну хотя бы в течение ближайших 10 минут. Голкипер действует сегодня просто ужасно. Может, не настроился? Может, у него беда какая стряслась? Мяч и игрок смотрятся как одно целое. Удар был неточным, мяч прошел очень далеко от ворот. Конечно, игрок мог забить, просто ему не дали занять выгодную позицию. Работа у защитников такая, понимаете? Пора защитникам поработать. Мяч летит в штрафную. Прекрасная игра головой. И защита отбирает мяч. Великолепно. Но это еще не все. Еще один соперник остался. Нешуточная борьба за мяч. Защита настроена весьма серьезно. Дальний удар. Опасно. Мяч летит на ворот. Стоило целиться тщательнее. В атаку пошла вся команда. Да, без везения тут не обойтись. Не перестаю удивляться классной игре голкипера. Он практически всегда там, где нужно. У парня с мячом есть время. Его вся команда почти поддерживает. Я думал, мяч уже окажется в сетке. Но, увы. С одной стороны, кажется, что неудачно. А с другой, посмотрите. Игрок-то сделал все, что мог. Просто защитники навалились и не дали забить. Вот на то она и защита. А вот и пас. Встретился с мячом, как по расписанию. Воронин получает мяч. Кураны. У, как их много. Что-то задумали. Если быстро ввести мяч в игру, можно продолжить атаку. Георгиев. Ну что, он больше ничего придумать, что ли, не может? Только бежать вперед с мячом. Защита справляется со своей задачей. Чуть-чуть везения, и мяч находит правильную дорогу. Теперь мяч у защитника. Защитники словно приглашают. Атакуйте нас, ребят. Да, удачный пас. Оборона контролирует мяч. Вратарь сильно бьет вперед. Какая красивая игра! Какой дриблинг! Атака была очень опасной, но защитник спас команду. Славный удар головой.
Удачный пас в глубину поля. Остался один удар. Подарил быстро, удачно, но мяч в игре. Времени арбитр добавил всего ничего. Он старается доставить мяч вперед как можно быстрее. Фланговый проход. Далеко отсюда можно бросить. Красивая игра головой. Ну вот, стало полегче. Сильнейший дальний удар. Промах, но удача была близка. Измотан капитально этот игрок. Впрочем, не хочет сдаваться, хочет забивать. Арбитр свистит свисток. Конец матча. Превосходная сегодня была игра. А завершилась она со счетом... С превосходным счетом 5-4. А вот такое везение, как в этом матче, бывает только в сказках и в футболе. Автогол. Сегодня гуляем. Спасибо всем зрителям этого матча. Огромное спасибо моему коллеге. Мы прощаемся с вами. Счастливо!